Лучшие из лучших. В Белорусском государственном педуниверситете определили победителей и лауреатов конкурса «Студент года». Конкурс стартовал в марте. Из 56 учеников в финал прошли 32 конкурсанта. Самых ярких жюри выбрало в 5 номинациях – научной, учебной, молодежной, творческой и спортивной сферах. Во время конкурса участники проявили свои профессиональные и педагогические знания и умения, а еще удивили талантами. Мы делали акцент на том, что педагоги сегодня не просто говорят, а делают, и о том, что педагогика не только констатирует, но и предлагает пути решения проблем, которые могут возникать. Для меня этот конкурс – это стимул к самосовершенствованию, новая ступенька в становлении меня как профессионала, как будущего учителя-логопеда. Я испытываю бурю эмоций, большое волнение, коленки дрожат, руки трясутся, но я точно могу сказать, что я счастлива. Сегодняшний педагог, он должен быть не только профессионалом, знающим свой предмет, свою сферу деятельности, но он должен быть замечательной личностью, гармонично развитой, для того, чтобы со своими школьниками, будущими учащимися проводить различные формы и внеучебной деятельности. Торжественная церемония награждения прошла на свежем воздухе на площадке у главного корпуса университета. Победителям вручили почетные грамоты и денежные премии, а каждому участнику педагогический Оскар, уменьшенную копию скульптуры ученица первая, учительница 1 мая.